Эй, всем привет, друзья! Вы на канале Курок ТВ, с вами я, Тёмыч, и мы сегодня будем проходить LA Noire. Ну что, поехали! Будем играть на VR, как вы уже поняли. Так, ну что, поехали. Посмотрите на меню на стене, чтобы подтвердить выбор, нажмите правую кнопку. Типа Enter, я ее называю Enter. Поехали. Сейчас обучение. Обучение какое-то, да? Охуенно. О! Пиздата. Для повторной калибровки игровой зоны нажмите кнопку старт. Попробуйте. Ага. В LA Noire можно осматривать улики. Посмотрите на руки и попробуйте сжать их. И разжать ладонь нажмите. Он, блядь, у меня сразу шкаф, блядь, открывает. Сука, заебало. Шлюха. Так, ладно. Чтобы взять предмет в руку. Так, извиняюсь. Ребята, извиняюсь. Вот так. Немного свет мешает мне. Так. Ладно. Чтобы предмет в руку держать, это... Нахуй ногти сейчас покрасим себе? Никак. Вы можете присесть. Предмет наш... Это поворот. Стоп. А, вот. Подберите ручку, чтобы продолжить. Нажмите кнопку квадрат, чтобы встать. Хорошо. Возьмите револьвер в руку. Ага. Ебать. Заебало. Сука. Рулетка русская, нахуй. Кнопки удерживания оружия в лейной работают в режиме переключателя. Нажмите... правый крестик или левый кружок, в зависимости от использования руки, чтобы бросить револьвер. Ага, выберите дело из папки. Погоди, блядь. Понятно. Ху! А, сука! А, это вот так делается? Нихуя. Ха. Нахуй отсюда. Так, используйте Т. Пролог. Слушай, а, блядь, пиздата? Честно сказать. Я бы сказал, даже охуительно, ребята. Подвинусь-ка я немножечко нахуй сюда. Ой, блядь. Во время автоаварии экран на мгновение гаснет. Чтобы было комфортно играть, это можно включить, выбрав... Спасибо, что так быстро выключили. Ёбаные черти, нахуй. Вы можете поставить игру на паузу, коснувшись... Well, как жаль, что ты не любишь говорить об этом, Коул. Ральф, если хочешь поспорить с человеком, поговори с ним о религии или политике. А в моем случае, и о войне. Чтобы не отворачиваться от PlayStation, камера поворачивайте, используя правую кнопку квадратик или треугольник. Посмотрите на Бауэрса, что продолжить. Ебать, смотри, прикол. Как я это сделал? А, во. Как? Ага. I know that bomb. Wendell Bowers. Я его уже арестовал. Какой-то Bells. Jingle Bells, говорит. В LA Noire есть три режима передвижения. Чтобы продолжить обучение, нажми на правую кнопку центр. Некоторые из них могут вызвать дискомфорт, ортные ощущения. Блять, можно шляпу снять? Она не мешает. При помощи указки вы можете переместиться в любую точку. Чтобы продолжить обучение, нажмите на правую кнопку центр. Удерживая правую кнопку центра, чтобы указатели, отпустите правую кнопку также, чтобы переместиться туда, куда указывает. Ясно. Так, хорошо. Следующий режим передвижения к подсвеченным объектам. Чтобы продолжить обучение, нажмите на правый центр. Удерживая правую кнопку центра, чтобы появился указатель. Посмотрите на забор, чтобы подсветил. Он подсветился, отпустить правую кнопку центра, чтобы подойти. Выполните действие, чтобы продолжить. Хорошо.
Интерактивный объект будет светиться, если посмотреть на него, находясь рядом, чтобы продолжить обучение, нажмите правую кнопку центра. Посмотрите на забор, а затем нажмите на правую кнопку, чтобы перелезть. Ага. Последний режим – плавное управление. Чтобы продолжить обучение, нажмите правую кнопку центр. Ага. Вы можете поменять режим ходьбы в меню паузы, нажав левый треугольник. Или дотянитесь до часов на руке и нажмите Т, чтобы продолжить обучение, нажмите правую кнопку. Ха! Ебать у меня роликсы нахуй. Хорошо. Но я не хочу. Нажмите и удержите правую, левую кнопку центра, чтобы двигаться вперед. Поворачивайте треугольник право. Так, используйте кнопку. Чтобы продолжить обучение, нажмите правую кнопку. Хорошо, начать. Ага, ладно. Ускоряемся. Мешает. Хо, перепрыгнул. Не заставляй меня гнаться за тобой, гниль. За ним, быстрее, быстрее, быстрее. А пацаны, пацаны, он там, вон там, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Быстрее, 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 за мной, за мной, за мной. Загрузка. Почему все так? Стоять, слышишь ты, гнида. Опа, нана. Похоже, что кроме нас здесь никого нет. Чтобы сжать руки и кулаки, удержать ты. Вытяните руку и ударьте противника, когда он откроется для атаки. Вытяните... Так, а чтобы продолжить обучение, нажмите правую кнопку. Вы также можете ударить противника, раскрыть ладони. Давай вот так встанем, хорошо. Я буду... Так. Ага. Чтобы блокировать удар, поднимите руки. Хорошо. При успешном блоке экран станет зеленым. Чтобы вернуться от удара, прыгните или отклонитесь в сторону. Ха! Тац, нахуй! Давай, блядь, это! Оп! Тац! Ну ты ебанутый! Опаять! Ох, поебучки! О, блядь! Тон, 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 тон! Апперкот! Кунг-фу! О, нет, нет! Сука! Пиздык нахуй! Как дела, Вендел? Полицейский, который занимается достаточно занимается так по тебе, скучает? Без такого подонка, как ты. Ну ничего, лет через 10 ты его утешь. Осторожно, не стукни с головой. Такая гнида. Уж завтра ты в школе что ли, не занимался? Да, я, блядь, бегал. Охуительно бегал. Мы ебунькали мы, короче. Ебать, я вспотел, блядь, пока пиздился с ним. Кунг-фу занимает много сил. Отнимает, точнее. Занимает, отнимает, блядь, пиздец. Ну, понятно, с управлением, кстати, прикольно. Все легко. Не заебно, на самом деле. Ну что? Блядь, жарко. Блядь, что так долго? Крыс такой, убежать он хотел. Ага, блядь, убежать. Пизды получил. О! Вооружен очень опасен. Всем патрулям. Ограбление, пересылка. Уэсл. Патруль, выезжающий на место преступления. Доложите. Код 3, включите спецсигналы. Едем на вызов. Это все в паре кварталов отсюда. Бля, да ладно, это моя тачка. Хоть где-то я могу себе что-то позволить. Слышь, Гаврилкин, блядь. Чтобы выйти из машины, возьмите за ручку дверь, используя Т, и толкните ее, выполните здесь все, чтобы продолжить. Что? Ну так я, блядь, сделал. Чтобы управлять машиной, возьмите за руль, используя Т. Кнопки использования руля работают в режиме переключателя. Чтобы отпустить руль, нажмите левый кружочек и крестик. Выберите лук, выполните действие.
Возьмите рацию и используйте это, чтобы ответить на вызов. Вы выполните действие рацию А. Гена, Гена, докладывай 14 с ограблением, мы разберемся. Поговори пока. Будьте осторожны, 14. Преступники вооружены, очень опасно. Вас понял. 14 выезжает. Бля, барахлит у тебя что-то, слышь? Чтобы завести... А, блядь. Двигатель. Нажмите левый Т, затормозите или удержите Е, чтобы включить заднюю передачу. Выполните. Ебать, как круто. Чтобы нажать на газ. Нихуя, слышь, чё, приколи. Чё, я на вызов, нахуй. Ебанусь. Разъебались, блядь. Пункт назначения обозначен желтой меткой. Я уже понял. Закрыл, блядь, глаза ему и разъебались. Ладно, нахуй, гоним, чё, блядь. Чтобы задействовать клаксон, двигайте рукой. Дороги, суки. Давай, давай, сейчас в дрифт. Ох, ох, ох. Нихуя ты видел, блядь. Это нахуй Доминик Торетто в натуре. Какой-то. Там гитара так. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. А, это не гитара, это, блядь, это хуйня. Забыл какая. Парень, парень, копы, пора сваливать. Ой, слышь, сберегательный банк. Фу-фу, чешу, блядь, какая-то хуйня творится, блядь. Подберите предмет с помощью Т. Выполните действие, чтобы продолжить. Опа, чтобы перезарядить оружие, уберите руку с цевья и удержите Т. У вас в руке появится патрон. Сколько? Чтобы уменьшить дрожание прицела, возьмите за... Как используете? Вы чё, нахуй, пацаны? Чтобы переместиться в укрытие, держите правую кнопку. Так, я же могу ходить... Я же ходить могу, нахуя? Так. Геноцидки, вы чё? Назад, как? Можно сдать назад? Ёб твою мать! Stay down. Да не пистолет! Ёбаный, как же тут все, блядь, нелегко. Так, короче, мы, блядь, полицейские или кто, нахуй? Где ты? Да ты, сука, блядь, ебаная. Я что-то не понял. Блядь, заебало. Член можно? Ох, ебать, опрокинули. Полицейские ранее, что продолжишь нажмите. Сука. Ну это потому что. Все, сейчас я не буду. Сейчас уже такого не будет. Сейчас я не накосячу вообще. Я просто не хотел, блядь, чтобы это. Косяк какой-то был. Надо нормально. Вот суки, блядь, ты посмотри на них, а что творят, блядь. Гандоны решили, блядь, средь бела дня, нахуй. Взять и ограбить банк. Мой нахуй банк. Это мой банк, нахуй. То, что я полицейский, это еще не значит, что у меня, блядь, не может банка быть, нахуй. Камон, 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 нахуй, камон, сюда. Быстрее, нахуй. Павлик, берем оружие. Сука, да я уже знаю, быстрее. Да сними ты нахуй. Ну, блядь, как тут все нахуй тяжело, пацаны, блядь. LAPD, нахуй. Я что-то не понял, блядь. А, нихуя. Да-ка ну-ка на БДшка, нахуй. Какого, блядь? Сука, блядь, злите меня, нахуй меня злите, нахуй. Я полицейский или кто, блядь? Что за хуйня, блядь? Ёбаные павлики, нахуй. Сука, блядь. Чё? Давай, нормально надо. Так, они там говорят, пора сваливать, а мы такие с мигалками, раз, подъезжаем, двери такие, раз, хоп-хоп, шум-шум, пули мимо нас, а вообще похуй. Вот, и я, короче, заряжаю свой дробовик помповый, блядь, или какой он там есть. Так я это сделаю. Шапку.
Сейчас, все. Пацаны, ловите шапку нахуй. И я бегу. Я бегу. Так, еще раз, повторяем. Какого, блядь, ты хуя делаешь вообще? Почему нахуй не попадают мои патроны, блядь? Надо сейчас подождем, потому что ну это пизда. Ебать, они стреляют. Бах! Первый готов. Сохранение. Я разъебу сейчас. Бах, нахуй. Второй готов, блядь. Да какого хуя? По жопе, блядь. Постоим, постоим. 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 Бам! Ты чё, сука, охуел, блядь, что ли? Я не понял. Охуевший. Стоять, нахуй. Ебать я коп, хуёвый. На, пошсраки тебе, ёбаный в рот. Фух, нахуй. Лейтенант Хопкинс говорит, если достал дробовик, то либо умрешь, либо получишь медаль. Так что, Ральф, все нормально? У тебя все получилось? Я рад, что меня прикрывает такой надежный напарник. Так вот. Как мы? Бля, на самом деле это не так уж и легко попасть, блядь. Я не хочу с двумя руками, блядь, ну неудобно, ну пиздец, ну... Сразу я в экран, этот, в очки сразу, у меня рука врезается, а так он хуй знает. Неудобно. Надо же смотреть в этот, блядь, в прицел. А так с одной рукой вылетел, ту-ту, нахуй, чик-чик, все, все легко, блядь. Ну что, давай. Вы можете поставить игру на паузу, коснувшись часов на руке. Угу, все понятно. Так. Блять, ну загрузка. Сколько можно-то? В отражении! 14-я, 14-я, а третья. На связи. 11-я, перестрелка на углу 6-й и индустриал. Поиск улик. А, патрульная форма требуется, чтобы для поиска людей. 11-2, срочный вызов без спецсигнала. Вас понял, 14-я, выезжаем. Слушай, а знаешь, заебало меня быть копом, короче. Давай, ты сам тут нахуй, короче, это. Я пошел, блядь. Пока, нахуй. Вот зачем ты за мной бежишь? Ебать, спокойно так бежит, блядь. Жмай мой кар, ебать. Иногда мой кар. Заводись! Дрихля, блядь. Слышь, точила не заводится. Чё делать, нахуй? Тачка не заводится, ебаный в рот. А, вот теперь завелась, блядь. А можно? Смотри-ка, слышь, чё можно? Не охуеете? Часы, часы, часы. Надо, чтобы видны были часы. Ну, это просто пиздос. Вот так надо ехать. Блять. Хуёвый из меня, конечно, Доминик Торетто ещё. А смотри, тормозит, когда я кулак типа сжимаю. Понятно, сука. Да ладно, похуй. А мы приехали. Флойд Роуз, homicide. You might back up? Да, сэр, Фелпс и Данн. У нас в этом переулке огнестрел. Жертва скутер Пейтон, мужчина. Тело отправлено в морг центрального района. Фейль говорит, что стрелял белый, всадил бедолаге две пули. Давайте, парни, не нужно оружие. Вы что-нибудь обратить особое внимание? Иногда места, которые необходимо осмотреть, могут оказываться позади Фелпса. Для разворота на 180 нажмите на правую кнопку «Кружок». Give it your best shot, guys.
Жертва, подонок. Отрыжка общества. Так что чудеса должны... А если найдем оружие? Положите в пакет и отправляйте к криминалистам. Флой, давай, поживее. У нас полное дело. Я сваливаю. Как там? Вот так, пацаны, я вам покажу. Все будет пиздато. Пожалуйста, обернитесь еще раз, чтобы продолжить. Он меня умолил. Пожалуйста, повернитесь. Ладно, ладно. Слышишь? О, он еще и выключается. Посмотри, что я могу делать. Кол, нужно действовать. Дело тухлое, мы тут ничего не найдем. Кнопку держим, фонаря работает в режиме переключения. Чтобы выбрать фонарей, не те руку. Ага. Если ничего не найдем, приходи туда, все одна голова, хорошо, а две лучше, на. Ой, так я мог присесть. Сука, ты сишки скурил. Ты посмотри на это. Давай быстрее. Давай быстрее, что тут есть? Что тут есть? Бутыльки, не бутыльки. Короче, это все как в первой части, бля. Ну, как разбирать чужой мусор, это не моя работа. Нет. Да я здесь. Пивнуть не хочешь что-нибудь? Бля, что не разбилось? Что это? Говорю тебе, меня сглазили. Вечно мне достаются такие дурацкие работенки. Сука, тупорылая хуйня какая-то. О, мы ничего не найдем, зря только время теряем. Блядь, я хуйней занимаюсь. Бог ты мой. Кол, взгляни на это. Никол, а Геннадий или Валера? American Legion Stadium. Это на Али похоже. Ух, бля. Кому-то его ебали здесь. Чтобы найти зацепки, осмотрите примечательный объект. Убийца поставил его к стенке и вышпил мозги. Страшная смерть. Really. Если ты мертв, то это уже не важно. Собственно, не надо меня грузить. О! Сука. Пойдем, короче, нас работа ждет. Не стой нахуй столбом, заебал. Пописки получше. Короче. Ебать, накурили. Ну это же как в обычном Элеонор, правильно? Вот эта хуйня нужна. Нет? А так вот. И пистолет. Конечно, конечно. Я прочитал, что миссий несколько вырезано. То есть не все миссии здесь есть. А я помню, что в первой миссии надо было вот именно этим заняться. Вращайте кисть, чтобы взаимодействовать с предметами и искать Smith & Wesson, улики. Smith & Wesson, серийный номер S71893. Чтобы открыть барабан, протяните к нему свободную руку. Два патрона не хватает. Двух патронов не хватает. О, прикол, смотри. Очень круто. Не надо типа вот так, а... Нужно действовать немедленно, пока преступник еще в городе. В блокноте можете ознакомиться. Хранится в левом кармане. Рубашка. Протяните к нему свободную руку и нажмите. Пятно крови. Чтобы выбрать запись, укажите на нее карандашом. Нажмите. Блять, ну не видно, сука. Пятно крови на дверях и мостовой. Блять, ну так нечетко написано. Я могу только здесь вот так сделать. Ладно. Пойдем. Смотри, мне даже не надо
спускаться, хуя. О, пушку мы нашли, отвезем ее в отделение, дело с концом. Нас еще и наградить могут. Мы можем проявить инициативу и постараться найти владельца. Пушки, сомнительные. Необычная пушка. Поблизости есть магазин оружия? Ага, в паре кварталов отсюда. Ну ладно, пойдем. Блять, за меня сейчас он доедет? Понятно. Так, стоп. Оружейный магазин. Хочу нормально водить. Так. Мы там налево повернем, ебать. И все будет нормально. Ебать, дрифт. Конкретный. Ну что, сейчас, значит, едем. Узнаем, чья пушка. И все. И всем пиздец. Гоним, гоним, нормально. Блять, очень круто сделана игруха. Прям. Сука, правда, я гонщик хуёвый. Она прикольно реально сделана, очень прикольно. Давай, давай, давай. Горцуем, горцуем, нахуй, горцуем. Надо поймать, блядь, этого убийцу, нахуй. А то чё это за беспорядок, блядь, в моем городе, нахуй? Чё, ебанутый, нахуй? Ой, далка какой, нахуй. Я прямо еду, еду. Ты мне говоришь прямо, я еду прямо, блядь. Вот, блядь, я орал. Можно идти. Дверь с золотыми ручками можно открывать. Возьмите задвижную ручку и толкните ее. Officers Phelps and Patron Phelps и что мы известно об этом стволе? Смит Вестон, модель 27, зарегистрированный Magnum, калибр 357, никелированная рукоять, крашенная перламутром. Также пушка была. Вы не хотите сказать, что его владелец? Нет, конечно. Похоже, вы немного знаете об этом. Разумеется, ведь его продал я. Такая штука носорога остановит. Эти малыши продаются только по заказу. Вот книга заказов. Можно взглянуть? Да, ради бога. Что-то случилось, да? Протяните руку к обложке и удержите Т. Откройте журнал. Что? Модель 27 с перламутровой ручкой. Есть такая? Чтобы выбрать запись, укажите на нее пальцем. Чтобы подтвердить выбранное, нажмите Т. Так, стой, погоди, я не вижу. Вот. Эрл Шредер. Нам повезло. Спасибо, вы нам очень помогли. Не, что, всегда рад помочь. Пошел ты нахуй. Пойдем от этого глиста, блядь, он меня заебал уже. Сука, что это, блядь, было? Погоди, а он что, не умеет дверь открывать? Что за хуйня? Он же сказал, с рукояткой. Погоди, да съебался нахуй, что ты мне мешаешь-то, блядь? Что он владелец пушки еще не знаешь? Ладно, будет потом, веди нас в храбрую игру. Нет, все открывается, просто хуйня какая-то. Ну ладно. Ты хули в тачку запиздил уже? Я тебе вообще разрешал? Не та дверь. А-а-а. Квартира Шредера, выбрать место. Так. Куда нахуй, ёбаный, сука? Чуть не разбился, блядь. Да все, все, ты не материшься. Зачем так материшься много? Я не матерюсь даже. Я говорю, плохие слова какие-то говоришь. Пиздец, все из-за тебя, ебанутый. Мы врезались, блядь.
не видно ночью за нихуя ночью. В машине хоть бы, блядь, свет был, но это пиздец. Голливуд. Лос-Анджелес. Горцуем, горцуем. Быстрее, быстрее, быстрее. Подонки не уйдут нахуй. Ой, блин, далеко ехать. Ехать-то далеко, мразина ты. Ебать, я задавил кого-то. Братан, я не специально. Ночь, ничего не видно, фонари хуёво светят. Очень, очень хуёво. Приехали. Квартира Шредера, 10:49 вечера. Так, ладно. Ты чё на бабу лезешь, а, слышь? Бам-бам-бам-бам, ты пьяный, что ли? Чё тебя нельзя толкнуть? Он тебя обижал? Вот эта хуйня тебя обижала? Чё ты молчишь, говорю, обижала эта хуйня тебя? Когда, блядь, тебя нет, молчишь, нахуй? Сюда? Сюда. Посмотрите почтовый ящик, чтобы узнать номер квартиры подозреваемого. Шредер. Вторая. Ну почему я не могу по лестнице нормально подниматься? Почему надо, блядь, обрезать это все? Открывай на! Что вам нужно? Я Кол Фэбс, а это Дан, полиция. Уилшкерс, это вам принадлежит Смит Вессон 27 с перламутровой рукояти. Возможно, а что? Возможно, вы удивитесь, но сегодня вечером из вашего оружия был убит Скутер Пейтсон. Вы что, спятили? Скутер? Он же работник, а эта пушка здесь в ящике. Черт подери, что происходит? Ты арестован, Шредер. Ральф, надень на него и бросай. Ни за что, на меня это не повесьте. Кунг-фу нахуй, кунг-фу, братишка. Бам-бам-бам-бам, добивание нахуй. Блять, смотри, кунг-фу нахуй не крыша. Ральф, ты в порядке? Все нормально, я даже ничего не почувствовал. Ага. Парню повезло, он застал меня врасплох. Да ты ебать отлетел, слышь, пиздобом. Пригляди за ним, Ральф, а я обыщу тут все. Такой ты, блядь, пиздобол, Ральф, конечно. Ты ебанутый, бери пушку, блядь, с головы, сейчас застрелишься, да. Дурак, блядь. Пушку с головы убери, блядь, ебанутый. Блядь, даже Дарс не... Да, блядь, убери. Сука, ненормальный, блядь. Что тут есть? Что есть-то здесь? Башмаки? Фу, блядь. А, не-не-не, знаешь, как должно быть, типа? Я такой, типа, подхожу, такой, и такой... И такой, и назад, нахуй. Чик, блядь, падаю, ёпт. От запашка-то, нахуй, нихуёво. Ладно, что есть? Понятно. Помешаем еду, нахуй, сейчас помешаем здесь чем-нибудь. Чем-нибудь здесь помешать? А, сука, нельзя с этим идти. Ну ладно. Братан, блядь, прости, ты был охуенный офицер, блядь. Спасибо тебе за все, нахуй. И почикал себе вены. Щетка для мытья жопы. Блядь, ну раз ты не можешь помыть, блядь, то я за тебя помою, нахуй. Че уж, блядь. Где тут, блядь? Включите воду, нахуй. Включается вода? Нет, блядь, вода не включается, нахуй. Я ему просто включил сам, блядь, и все.
Mystic Tales. Понятно, это сами читайте. Скалку возьми, будем этот пироги печь сегодня. Ну что, что дальше-то у нас? А дальше что у нас? Кол, у нас дела. Протяните другую руку к обложке, удерживая, и открыть блокнот. Хорошо. Перелистните страницу, удерживая это другой рукой. И что? Так, Долби 9146, Тибода что-то. Шевский 28, Анджела Сантьяна, Флойд Роуз, Лерой, Тейс. Какие-то имена, короче. Имя Флойда Роуза. Флойд Роуз's name is in this book. Фелпс, вариант всего два. Вернуть героями и получить, либо засунуть наши шланги в основное гнездо. В основное гнездо. Поехали отсюда, напарник. Брось эту книжку туда, где ты ее нашел. Ну что, что? Короче, блядь, виновен, ясен хуй. Ну а чё нет? Пушки нету. Два патрона. Чё, кто-то украл у него пушку с хаты, что ли, и хотел повесить? Хуйня. Хуйня не может быть. Нахуй кому-то это делать. Педрилу поймали, нахуй. Он тогда бы сказал, пацаны, да ничего не делал. А он тут драться полез, вырубил, блядь, мусора. Нахуй ты мусора-то вырубил, блядь, крыс. Я хуею. Так. Ладно, ребят, думаю, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. Блядь, подпишитесь еще. Братки, подпишитесь, блядь. Очень будет приятно, если вы подпишетесь. Я дальше буду, даже не то, что дальше, я просто сегодня же начну снимать для вас еще один видос. Всем спасибо за просмотр, покедова.